Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 В это время очень важно, сейчас праздники, в Бенгалии проходят разные. Это время Дурга-пуджи. Люди в Бенгалии, они очень-очень преданы матушке Дурге. Если вы пойдете, если вы поедете из Калькутты сюда, в Майяпур, по пути вы увидите очень много мест, где они поклоняются Дурге и проводят ей пуджу. Как преданные, мы, конечно же, вайшнавы, мы поклоняемся Господу Вишну, Дурга. Она для шакт, для тех, кто поклоняется энергии, а не источнику энергии. Но мы предлагаем наши почтения матушке Дурге. Преданные, они никогда неуважительно не относятся ни к кому, ни к какому живому существу. Я вам раньше рассказывала, что мы ездили в храм с Прабхупадой в Лондоне. Там они поклонялись Брахме, Вишну и Шиве. Тримурти. И Прабхупада сказал в то время людям в этом храме, что преданные Кришны, они предлагают почтение не только Брахме, Вишну, Шиве, а также маленьким муравьям, которые являются незначительными живыми существами. Потому что в сердце каждого живого существа находится Верховный Господь. Мать Дурга, она является энергией Верховного Господа. Мы знаем, что когда родился Господь Кришна, Васудева, он пришел в дом Нанды Махараджа и обменял детей на девочку, которую родила матушка Яшода. И это дочь, которую дала рождение матушка Яшода. Васудева забрала ее обратно в Матхуру. Васудева отправилась обратно в тюрьму Камсы. На следующее утро Камсе сообщили, что Деваки дала рождение ребенку, девочке, и Камса тут же пришел.
Поскольку Камса знал, что восьмой ребенок, рожденный у Деваки, убьет его, Камса уже убил первые шесть детей Деваки. Седьмой ребенок — это был выкидыш. Теперь родился восьмой ребенок, и Камса тут же пришел, он схватил ребенка у Васудевы и попытался бросить его оземь. Но вместо этого ребенок принял форму полубогини Дурги и поднялся к небу. And that child is worshipped in by many different names. Этому ребенку поклоняются множеством имен. Но на самом деле этот ребенок это была Дурга. Дурга это форма энергии Господа в материальном мире. Дурга, ее нет в духовном мире. Она находится в материальном мире. Это описывается в молитвах Господа Брамы в Брама Самхите. Создание, поддержание из разрушения. Божество. Создание, поддержание разрушения материального мира известно как Дурга, и ей поклоняются. Это форма матушки Дурги. Она всегда действует под руководством Верховного Господа. Шрила Вьясадева, он также осознал это, когда он получил наставление от Нарады Муни. Вьясадева составил все Пураны, но так и не обрел удовлетворение. Тогда пришел Нарада Муни и стал ругать его, что он не должным образом не прославил процесс преданного служения. В тот момент Вьясадева он погрузился в медитацию, и он стал медитировать на Верховного Господа, и увидел Верховного Господа, также увидел материальную энергию, которая находится под полным контролем Господа. Эта материальная природа, она полностью находится под контролем Верховного Господа. В Бхагавад-гите, те, кто изучает Бхакти-шастры, вы знаете стих в 7 главе Бхагавад-гиты. Devihi esha gunamai Turatya Эта материальная природа, ее очень сложно преодолеть. Но тот, кто предается мне, может легко преодолеть ее. Дурга. Это дом, из которого очень сложно выбраться. Это материальный мир.
Очень сложно выбраться отсюда, из этого дома. Весь этот материальный мир, он подобен тюрьме. Когда вы попадаете в тюрьму, то выбраться уже непросто. Было много царей, которые были захвачены и посажены в тюрьму Джарасандхой. Пока Господь Кришна не отправился с Бхимой и Арджуной, чтобы бросить вызов Джарасандхе. Джарасандха, он не сражался с Кришной, потому что он сказал, что Кришна, он сбежал от него, он трус, он не собирается с ним сражаться. Есть имя у Кришны, который сбегает с поля битвы, Ранчор. Очень замечательное имя Господа Кришны. Но на самом деле, это не очень хорошее имя, потому что означает, что он сбежал, оставил поле боя. Но Кришна, он проводил свои лилы. Господь Кришна не боялся никого. У него не было причин убегать с поля боя. Но у него была другая цель. Был один царь, демон, который преследовал его, которого звали Калаявана. Кришна забрался на гору, зашел в пещеру, а Калаявана бежал за ним. Этот Калаявана зашел в пещеру, и там он увидел, что кто-то лежит на полу. Он подумал, что это Кришна, и стал пинать его. Но когда личность, которая проснулась, которая лежала на полу, она открыла глаза, и из его глаз вырвались языки пламени. И он просто сжег Калаявану. И тот стал кучкой пепла. И этот человек, который лежал на полу, это был Мучукунда. Он был великим царем кшатриям, и он сражался за полубогов. И когда, в конце концов, когда Картикея пришел, чтобы занять его место, полубоги дали благословение Мучукунде. Мучукунда сказал: «Благословение, которое хочу, я очень устал. Хочу хорошенько отдохнуть, чтобы никто меня не будил». Если кто-то разбудит меня, просто сожгу его дотла. И Мучукунда получил это благословение от полубогов. И Кришна знал это. Он хотел, чтобы Мучукунда использовать его силу, чтобы спалить этого Калаявану дотла. И сегодня Кришне поклоняются как Ранчору. Есть храм Ранчора. Кришне поклоняются за его различные неподобающие деяния. Ему также поклоняются как Маканчору, воришке масла. Также ему поклоняются за то, что он украл одежду у гопи.
Господь Кришна, Он наслаждался своими замечательными лилами со своими преданными. So, Lord Krishna, Господь Кришна убил этого. В общем, организовал все так, чтобы Мучикунда убил Калаяву, но сам он, конечно, руки не запачкал. И мы объясняли о матушке Дурге, о том, как Камса пытался убить ее, но на самом деле она вознеслась к небу и проявила свою форму как полубогини. Сегодня ей поклоняются в горах Винди. Поклонение матушке Дурги, конечно же, совершается. Ну, знаете, это часть бенгальской культуры, это традиция в Бенгалии. Бенгальцы не поклоняются Дурге. Тамал Кришна Госвами однажды объяснял, он работал с профессором в университете, который изучал о поклонении полубогам. И также в него включалось поклонение матушке Дурге. Этот профессор в США, он собрался приехать в Индию, чтобы сходить на Дурга-пуджу. Он хотел увидеть эту Дурга-пуджу, хотел побыть частью этого и быть свидетелем, потому что он переводил бенгальскую поэзию, а также сам сочинял какие-то стихи о матушке Дурге. Это Тамал Кришна Госвами. Он дружил с этим профессором, и когда человек сказал, что он собирался ехать в Индию, тогда Тамал Кришна Махарадж организовал все, сказал, когда ты поедешь в Индию, выдели пару дней, чтобы приехать и посетить наш храм в Майяпуре. Этот человек отправился на Дурга-пуджу, и это был не очень хороший опыт для него. Он увидел, что большинство людей, они были опьянены, они пили алкоголь. Также у них там забивали козлов. Знаете, не самое лучшее зрелище, когда люди там режут козлов. И толпа в страсти, сильно шумит, пьяные все и ведут себя дико. И для него, конечно, никто ничего не организовал. Вообще, чтобы он где-то там остановился, еще что-то. Но после того, как он уехал, он приехал в Майяпур, и он увидел и испытал совершенно другой опыт здесь. Его так замечательно приняли. Ему дали хорошее место, где остановиться. Он увидел, что все преданные трезвые, никто не пьяный не бродит. So it's unfortunate that
К сожалению, все деградирует под влиянием века Кали. Хотя поклонение полубогам — это ведическая культура. Но в ведической культуре нет абсолютно ничего о том, что люди должны ходить пьяные. Это разница между благостью и страстью. Преданные, они в большей степени находятся в гоне благости, а другие люди, они в большей степени находятся в гоне страсти. Но как преданные мы всегда выражаем почтение всем этим полубогам, потому что они уполномочены, они представители Верховного Господа. Матушка Дурга, она очень могущественная. Она всегда наблюдает за созданием, поддержанием и разрушением Вселенной. Поэтому мы, конечно же, должны предлагать свои почтительные поклоны ей. Мы должны оценить, что она выполняет такое замечательное служение для Господа. Подобно тому, как в Раджапуре, в Джаганнат-мандире у нас есть Симантини Деви. Симантини — это еще одна форма матушки Дурги. Она также совершает замечательное служение, погружая людей в иллюзию. Сбивая людей с толку, позволяя им привлекаться материальным миром. Но Господь сказал ей, Господь Гауранга, сам Господь сказал ей, что в духовном мире у нее есть собственная чистая форма, и там она принимает участие во всех лилах Господа. Подобно этому, у матушки Дурги также есть своя собственная чистая духовная форма в духовном мире. Еще один фестиваль, который был вчера, это был день явления Мадхавачари. Мадхавачарья, он один из основных гуру в нашей парампаре. В нашей вайшнавской парампаре, которая называется Брахма Мадхава Гаудия Вайшнава Сампрадая. Господь Брахма — это Адигуру. Он был изначальным гуру в нашей линии. Господь Брахма получил ведическое знание в свое сердце от Верховного Господа Кришны. Господь вложил в сердце Господа Брахмы ведическое знание. Господь Брахма является одним из основных основателей четырех сампрадай. У нас есть Нимбарка сампрадая, которая происходит от четырех кумаров.
Также у нас есть Рамануджа Сампрадая, которая берет начало от Лакшми, богини процветания. А также у нас есть цепь ученической преемственности Вишну с вами, которая идет от Господа Шивы. Но наша цепь, где Господь Чайтанья принял свое посвящение, это в линии Господа Брамы и Мадхавачари. Мадхавачария. В Индии есть храмы, особенно в Удупи. Удупи — это место в штате Карнатака, побережье. После Гоа, место, которое называется Удупи. So, Мадхвачарья, he was a powerful. Мадхвачарья, он был очень могущественным духовным учителем. Он проповедовал философию двайтизма. И вы можете видеть, Мадхвачарья, он всегда сидит вот так вот с двумя пальцами. Есть душа и есть параматма, сверхдуша. Вы можете видеть Мадхвачарью, он вот так вот сидит. Его философия не адвайта. Его философия двайта. Мадхвачарья, he was blessed with finding a deity of Lord Krishna. Мадхвачарья, он был благословлен, он нашел божество Господа Кришны. Очень известное божество Удупи Кришны. Это Кришна в форме мальчика-пастушка. Что случилось? Был корабль в море, и этот корабль попал в шторм. Но так или иначе, Мадхвачарья, он смог помочь этому кораблю выбраться с меля, на который этот корабль насел. И капитан этого корабля захотел отплатить Мадхвачарье в благодарность. И он спросил Мадхвачарью, есть ли что-нибудь, что я могу сделать тебе, или могу ли что-то дать тебе, чтобы отплатить тебе? Мадхвачарья сказал капитану, я знаю, на твоем корабле есть огромный кусок гопичандана. Пожалуйста, отдай мне этот кусок гопичандана. Капитан подготовил гопичандан, он на маленькую лодку погрузил и отправил на берег, чтобы отдать Мадхвачарье. Тогда Мадхвачарья, он разбил чандан и проявил, что в этом чандане было божество Господа Кришны. И этот Кришна был в форме мальчика-пастушка. Говорится, что этому божеству поклонялась царица Рукмини. Когда Господь Кришна находился вдали от Двараки, она поклонялась этому божеству Кришны.
所崇拜的。 Это божество нашел Мадхавачарья, и он установил поклонение этому божеству. Мадхавачарья был духовным учителем, он проповедовал, он открыл 12 храмов в Удупи. Там система, что один человек из одного из 12 храмов, он определенное время заправляет всеми храмами и проводит пуджу в главном храме. Когда они делают пуджу, значит, этот человек, он проводит эту пуджу там каждый день в течение 2 лет. А все остальные из 12, они уезжают в это время и проповедуют. А потом, через 22 года, к ним возвращается это служение, и они опять могут в течение 2 лет совершать поклонение. Итак, Мадхавачарья, он сам установил эту систему. Когда Мадхавачарья проповедовал свою философию дуализма, что есть не один, потому что до Мадхавачарьи был Шанкарачарья, он проповедовал адвайту, что есть только один. Адвайта — это единство, что есть только один, что нет души, что есть только Брахман, что все просто Брахман. Нет вопроса о Дживе и Параматме, и он говорил, что все одно, все Брахман. Шанкарачарья взял из вед систему, что все является Брахманом. Я Брахман, и ты Брахман. И таким образом все мы Бог. Это было учение Шанкарачарьи, но Мадхавачарья, он проповедовал вайшнавизм, что мы являемся слугами Верховного Господа. Была оппозиция, и всегда были споры между последователями Шанкарачарьи и также последователями Мадхавачарьи. И в какой-то момент Мадхавачарья, он отправился в Гималаи. Он подумал, что я подтвержу свое учение своими реализациями. Я хочу пойти в Гималаи найти Шрилу Вьясадеву. Мадхавачарья отправился туда, он пришел в Гималаи и смог достичь высших областей Гималаев и смог встретиться со Шрилой Вьясадевой. Мадхавачарья сказал Вьясадеве: вот я это проповедую. Нормально, да, хорошо. Сказал, возвращайся и проповедуй. И вы можете видеть, что это наша цепь ученической преемственности. Там находится Брахма, Нарада, Вьяса, и потом от Вьясы Мадхавачарья.
So sometimes the other sampradaya. Иногда другие сампрадаи. Они говорят, что это не строгая парампара, там перерыв слишком большой в парампаре. Ну, так или иначе, это наша цепь ученической преемственности. Шрила Мадхвачарья, он проповедовал философию дуализма, что живое существо является слугой Верховной Личности Бога. И он установил поклонение Божеству Кришне в Удупе. Господь Чайтанья, он был в Удупе, когда он путешествовал по Южной Индии. Но он не очень был удовлетворен тем, что обнаружил там. Он обсуждал с людьми о том, в чем заключалась цель их практики, чего они пытаются достичь. И они просто были заинтересованы в освобождении. Они просто хотели избавиться от всех проблем материального существования. Поэтому они совершали много ритуалов, чтобы разрушить разные препятствия. И даже сейчас это все продолжается. Если вы пойдете в храм Мадхвачари, вы увидите, они просто заняты проведением своих различных ритуалов. О, ребеночка у вас нету, тогда мы ритуальчик проведем, и ребеночка у вас появится. О, у вас проблемы, не можете карьеру себе сколотить и денег заработать. Давайте мы вам ритуал проведем, все получится. Вот таким образом они проводят разные ритуалы для людей. Но Господь Чайтанья, он не был счастлив увидеть вот это все. Господь Чайтанья, он получил посвящение в цепи, которая проходит через Мадхвачарью. И почему он получил посвящение в этой цепи? Это все благодаря присутствию Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури пришел в цепь ученической преемственности после Мадхвачари. Но именно Мадхавендра Пури принес в цепь ученической преемственности поклонение Господу в Мадхури Расе. Это был именно Мадхавендра Пури, который испытывал настроение разлуки с Кришной. Господь Чайтанья получил посвящение в этой цепи из-за Мадхавендры Пури. Потому что он раскрыл высшие аспекты учений этой философии. Господь Чайтанья хотел испытать любовь к Богу. Он хотел испытывать высшие религиозные принципы. Мы не просто говорим о высшем вкусе, мы говорим
о наивысшем вкусе. Высший вкус — это достичь любви к Богу. Мадхавендра Пури, он показал, каким образом обрести эту любовь к Богу. Именно поэтому Господь Чайтанья Махапрабху принял посвящение в этой цепи ученической преемственности. Но также в этой цепи ученической преемственности были и другие замечательные вещи. Две хорошие вещи, которые пришли из лени Мадхавачари, это полное опровержение, отвержение философии майявады. Но даже сейчас в линии Мадхавачари у них есть санскритские колледжи, они дают там бесплатное образование. Вы можете ехать туда, изучать санскрит с 12 лет до 22. Молодые люди могут ехать и изучать санскрит. И они учат их там, как победить философов майявады. Это один из важных пунктов, которые мы взяли из цепи ученической преемственности Мадхавачари. Как победить майяваду? Прабхупада, он дал нам свою пранамантру, что он проповедует Гауравани Прачари Невишачи Унивади. Он проповедует послание Господа Чайтаньи Махапрабху на Западе, чтобы победить майяваду, имперсонализм. Имперсонализм и вайдизм. The Mayavadas and the Buddhists, these people are promoting that kind of philosophy. Майявады и буддисты, они проповедуют такого вида философию. Мы должны быть способны победить их философию и обучать людей санскриту и всем аргументам, которые могут привести в спорах с этими майявады. Поэтому много молодых людей, они идут и учатся 10 лет, изучают санскрит. И после этого обучения они могут становиться священнослужителями, ну, или просто обычными обывателями. Это вот один принцип, который мы взяли от Мадхавачарья. Второй — это поклонение Божеству как Личности. Часто люди могут ставить форму Господа, но не могут не признавать эту форму Господа как личность. Они просто думают, да, просто статуя. И это вот не поклонение божествам. Поклонение божествам — это понимание того, что Господь является личностью, Он лично присутствует в форме божества. Мы должны поклоняться божеству, потому что Господь лично присутствует в божестве. And they're simply, you know,
Иногда у людей есть божества, и они, когда что-то готовят себе, они предлагают божествам. А когда не хотят поклоняться, не поклоняются. Или одежду регулярно не меняют им. Не омывают регулярно божеств. Это не обычное поклонение божествам, не должное поклонение божествам. Но Мадхавачарья установил поклонение божеству в храме Кришны в Удупи. Это очень-очень высокий стандарт. Господь Чайтанья, он очень оценил это поклонение божеству. Вот эти два принципа были взяты из линии преемственности Мадхавачарьи. Храмы Мадхавачарьи находятся там по всей Индии, в разных местах. Несколько лет назад мы отмечали тысячелетие явления Рамануджачари. Мадхавачарья также является основным ачарьей. Это хорошо. Есть ли вопросы? Прабу. Говорится, что матушка Дурга является вайшнави, и обычно мы поклоняемся вайшнавам, вайшнави, и мы получаем благо. И вот матушка Дурга, поклонники матушки Дурги, они, когда поклоняются, они получают ли они духовное благо? Если они поклоняются матушке Дурге, преимущество в том, что они находятся на ведическом пути. Благо в том, что однажды они могут подняться на более высокую платформу. Они могут понять, что благо поклонения Дурге материальное, и оно ограничено и временно. И тогда они захотят получить вечное благо, тогда они поднимутся на более высокий уровень. Поклонение полубогам — это часть ведической культуры. Но это для материальных благ, для материального богатства. И это, в общем-то, то, о чем большинство людей в основном думает. Не так много думает о духовном благе. Все мы хотим получить материальные блага. В чем, чем хорошо получать эти духовные блага, если в материальном плане ничего хорошего? Это вот так вот большинство людей думает. Необходимо очищение, чтобы понять, что есть более высокое благо. Но
Когда Шанкарачарья пришел в Навадвипу, его прогнал Господь Чайтанья Махапрабху, чтобы защитить Навадвипадхаму. Но позже мы знаем, что когда мы приезжаем в Майяпур, мы видим, что люди поклоняются Матушке Дурге. И также мы видим эти места, где люди продают мясо, рыбу, яйца. Раньше мы думали, что эта земля — это чистая земля Санкиртаны, но когда мы видим это, мы погружаемся в депрессию. Почему же это так происходит? Мы должны понять, что не все находятся в Святой Дхаме, хотя они могут жить тут в окрестностях. Это не значит, что они живут в Святой Дхаме, они даже не видят Святую Дхаму. Дхама покрыта для них. Они не могут понять, что это святое место. Мы знаем, многие люди, они не следуют ведической культуре, они находятся за пределами ее, например, мусульмане. И они вообще не считают это место каким-то особенным. Они могут жить здесь, но это просто для них какое-то место на карте, для них это не является святым местом. Они на самом деле не знают истинной природы этого места. Поэтому они на самом деле не находятся в святом месте. Иногда это происходит. Джаганат-мандир. Люди, например, крадут там что-то у Господа Джаганатхи, Господь Джаганат приходит им во сне, наказывает их, и они понимают, что они сделали что-то не так. Есть такие, происходят случаи. Это и показывает, что это необычное место. Но на самом деле это же не со всеми происходит. Если они хотят войти в Святую Дхаму, они должны изменить свое сознание. Это не то, что все могут увидеть Святую Дхаму. Мы не можем ожидать, что все в этом месте будут очень духовными. Люди могут совершать такие вещи, как есть мясо, рыбу. Такое происходит. Также поклонение различным полубогам, богиням. Это здесь культура, традиция. И мы можем читать, что во времена явления Господа Чайтаньи здесь, в Майяпуре, в Бенгалии, это также было повсюду поклонение полубогам. И также они проводили ритуальную деятельность, карма-канду. И не было никакой преданности. There was very, very few devotees.
преданных то было очень немного. Адвайта Ачария сам почувствовал, что он не может ничего сделать, потому что он единственный. Потом он стал молиться Кришне, чтобы Кришна сам не шел. Мы видим, что даже 500 лет назад преданных не так уж и много было. И даже сейчас не все являются преданными. Везде есть мясоеды. Девяносто процентов в Индии они едят не вегетарианскую еду. Очень редко, когда люди являются чистыми вегетарианцами. Также очень много интоксикаций, азартные игры, незаконный секс. Также везде происходит. И ожидать, что люди будут жить по высоким стандартам преданности, на самом деле такие люди очень редки. У меня вопрос. Ганга Деви. Она чистая, преданная Господа. Вы думаете, Туласи Деви и Ганга Деви, они равны? Люди думают, что Ганга Деви, она полубогиня. Можете ли немножко сказать об этом? Мы думаем, что Ганга Деви, она полубогиня. Но она же чистая, преданная Господа. И она равна Туласи Деви, равна ли она Туласи Деви? Потому что они обе дороги Господу. Вы вообще сильно тему поменяли. Мы вообще о Дурге говорим здесь. Я знаю, что это не Дурга, но мы-то говорим о Дурге. О Ганге вообще другая тема. No, wait, Roman has not answered her question yet. Мы еще не ответили на вопросик. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что Господь приходит в Кали-югу в форме дерева и в форме воды. В форме дерева — это Господь Джаганнат, а в форме воды — это Матушка Ганга. Это то, что сказано в Чайтанья Чаритамрите. Но люди, великие преданные матушки Ганги, Пундарика Виддинитхи и Калавеча Шридхар, они великие преданные Господа, также были великими преданными матушки Ганги. Калавеча Шридхар, он всегда тратил половину своего дохода. Все, что он зарабатывал, половину он тратил на поклонение матушке Ганге. Пундарика Виддинитхи, он никогда не омывался в Ганге. Он всегда приходил и поклонялся, приносил свои поклоны матушке Ганге. И он скорбел, когда видел, что люди купаются в Ганге и мылом там пользуются.
оскверняют матушку Гангу. Конечно, в индийской культуре люди поклоняются Ганге, чтобы получить материальные блага. Но на самом деле мы можем поклоняться Ганге в настроении того, что она является чистой преданной. Можете поклоняться матушке Ганге так же, как вы поклоняетесь матушке Туласи, чтобы получить, обрести преданность Господу Кришне. Обычно люди поклоняются матушке Ганге, чтобы получить какие-то материальные блага. Они приходят омываться в Ганге, чтобы избавиться от своих грехов, чтобы они могли дальше продолжить грешить. Но преданные тоже помываются в Ганге и тоже оставляют там. Да, омовение может разрушить греховные реакции. Но после долгого омовения там надо много-много раз там омыться. Но чистый преданный может немедленно, сразу же изменить ситуацию. А также говорится, что Угра Нарисимхи нельзя поклоняться грехастхам только в храме. Говорится, что йога Нарисимха или другим формам Нарисимхи вы можете поклоняться дома, а Угра Нарисимхи можете поклоняться только в храме. Говорится, что мы будем получать реакции, если будем поклоняться Угра Нарисимхи у себя дома. Говорится, что нужно поклоняться Нарисимхадеву, когда он в умиротворенном настроении. Потому что если должным образом не поклоняться, то можно получить реакции. Говорится, что храмы, где устанавливали божество Нарисимхадева, если им там должным образом не поклонялись, то вся деревня превращалась в деревню призраков. Ну окей, да. Первая и вторая части. Во время лекции там было столько санскритских терминов. Я не знаю вообще и ничего не понимаю в этих санскритских терминах. И вы сказали в лекции Дурга Деви, что она также преданная. На наших лекциях по Бхакти-шастре
Мы говорим, что поклонение преданным Господу — это выше, чем поклонение самому Господу. И сейчас мне нужно еще раз сдавать экзамен, и там столько санскритских терминов. И что-то это... Вы разрешите мне не сдать большой экзамен? Нет, не разрешаю. Надо участвовать, принимать участие в экзаменах, сдавать экзамены. Она говорит, что она обсуждала вчера, что электронная книга, она полностью отличается от распечатки. Но это неправда. Поэтому она говорит, что все ответы, которые она читает в электронной книге, они совершенно не подходят. Но на самом деле, в каждой лекции я упоминаю, что это будет на экзамене, и я даю правильные ответы. Она говорит, что на прошлом экзамене она была сбита с толку, потому что обычно она читает в электронной книге, что вот это, что это садана, но потом, когда мы дали ей бумажку на экзамене, там было написано садана, и она подумала, что это два разных термина, и потом она не смогла ответить на вопрос. Она сказала, что я не хочу сдавать экзамен. Не можете вы отказаться от экзамена. Принимайте участие, сдавать экзамены. Мы можем сказать вам, каковы значения этих санскритских терминов. Да, у нее уже есть все ответы. У других преданных вообще проблем не возникает. А вот только у вас. Можете спросить учителя, она вам все скажет. Если знаете значение, спросите учителя, учитель вам скажет, что это значит. Она говорит, она всегда слишком занята, когда я хочу задать вопрос, она говорит, что не задавайте мне вопрос. В одном из комментариев Шрилы Прабхупады упоминается, что есть два типа людей. Одна категория — это преданные, а другая категория — это демоны. И во время проповеди у кого-то возникает три вопроса. Первый вопрос.
Что же о буддистах? Буддисты считаются... Буддисты считаются преданными или считаются демонами? Второе. Имперсоналисты. Они считаются преданными или демонами? И третье. Только вайшнавы считаются преданными, а все остальные считаются демонами, что ли? Когда мы говорим два типа людей, мы не говорим преданные или демоны. Мы говорим божественные или, или атеисты, материалисты. Но божественные, это у кого хорошие качества, это не значит, что они преданные. Well, then you have to consider which particular quality. Вы должны понять, какие конкретно качества. Иногда буддисты, они вот вегетарианцы, например, это очень хорошо. Также буддисты, они очень сострадательные, и они добры к людям. They like to do what's it called? You know, volunteer work. What do they call? Им нравится волонтерскую работу всякую проводить. Volunteer work. Им нравится волонтерить. Делают какую-то социальную работу. So that's good. Это хорошо. Но если они говорят, что Бога нет, то вот это вот нехорошо. Потому вы не можете просто разделить и говорить, что это демон. Потому что вот он повторяет Харе Кришну, значит он хороший. У преданных тоже есть плохие качества. Преданные могут быть ленивыми, могут спорить, ругаться друг с другом. Мы не можем сказать, что если преданные, то значит все хорошо. И также мы не можем сказать, что об остальных, что все остальные, все это плохо. Мы должны посмотреть, какой конкретно аспект мы рассматриваем. У меня вопрос. В одной из ваших лекций вы сказали, что очень сложно использовать проповедь в научных кругах, в колледжах и университетах. И вы привели пример Тамал Кришны Госвами Махараджа, Хридаянанды Махараджа. Мы также знаем другие примеры Друтакарма Прабу. Я думаю, что он преуспел в такой деятельности. Он постарался привнести вайшнавское знание в академическое в университеты. И в чем разница между этими примерами? Можем ли мы использовать вайшнавскую проповедь в академическом обществе или нет? Или это сложно? Ну, можете попытаться. Это очень специализировано. Вы должны быть академиком.
Поэтому люди получают докторские. Они хотят получать признание. Вы не можете просто пойти туда. Вы не можете просто пойти туда и начать там общаться, если вы не являетесь сами частью этого академического общества, если у вас нет докторской. Так же, как Сварупа Дамодара, Бхакти Сварупа Дамодара Махарадж, он был ученым, он выпустился и получил докторскую научную степень. Он мог ходить на научные конференции и общаться с учеными. Прабхупада очень ценил это, что тот общается с учеными и представляет им сознание Кришны. Прабхупада вдохновлял, чтобы был создан Бхактиданта институт, и чтобы можно было обучать специалистов, которые могут проповедовать в этих академических кругах. Люди, которые делают это, выполняют эту деятельность, они должны быть квалифицированы. У них должна быть квалификация определенная. Тогда они могут представлять сознание Кришны, нашу философию. Но если вы ничего не знаете, если у вас образования никакого нету, может быть, даже и преданный, но вы не сможете представить это знание ученым. Вы должны работать в этом направлении, вы должны публикации выпускать, посещать научные конференции, также оставить вопросы различные и получать признание в этих кругах. После этого они будут с вами общаться. Вы упомянули так много о Майаваде. Так много. В Китае у нас также много майявади, и упоминается, что мы должны побеждать майявади, но когда мы сталкиваемся с майявади лицом к лицу, то мы пытаемся победить их. На самом деле, это очень сложно победить майявади. Обычно люди в Кали-югу, они не хотят признавать, что они неправы. Можете много времени потратить в спорах, но просто еще больше их разозлите. Потому что мы стараемся воспевать святое имя и распространять просад. Надеюсь, что это постепенно очистит их сердца. Но философски разбить их, вы должны быть очень опытны в этом, должны быть экспертом.
Even you may defeat them, you may think you've defeated them, you may accept their being defeated. Если вы победите их, они могут не принять то, что вы победили их. И просто потратите кучу времени. Поклонный гуру, почему Господь Чайтанья выбрал нашу ученическую преемственность? Я думаю, причина, потому что наша преемственность у нас, она больше регулирована и более эмоциональное поклонение Господу здесь происходит, правильно? Я сказал, что Господь Чайтанья выбрал ученическую преемственность, потому что она проходит через Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури, он принес семя любви к Богу в эту цепь ученической преемственности. До Мадхавендры Пури не было вот этого чувства любви к Богу. Но Мадхавендра Пури, он принес это настроение, что можно поклоняться Господу в этом настроении любви и преданности в Мадхуре Расе. Можете назвать это эмоциональным сентиментом, но это высшая духовная раса. Поэтому Господь Чайтанья пришел, потом он пришел, чтобы дать высший вкус людям. Если вы поклоняетесь Кришне как маленькому ребенку, тогда у вас будет совершенно другое настроение. Мы поклоняемся Кришне как Нава-Йовану, вечно юному. А если вы поклоняетесь ему как маленькому ребенку, то вы развиваете к нему родительскую любовь. Но если вы поклоняетесь Кришне, который изогнут в трех местах, играет на флейте, Нава-Йована, то тогда вы можете развить Мадхури-расу, настроение гопи. Чайтанья Махапрабху учил, что поклонение гопи является лучшими преданными Кришне. И мы следуем по стопам гопи. Еще вопрос. Другой вопрос. Гурдев, если кто-то принимает просад, но он не знает, что это просад, какое благо он получает? Но наестся, по крайней мере. Желудок набьет. Но также он может избавиться от греховных реакций. Если он поест просад в почтительном настроении.
Хотим, чтобы люди знали, что это прасад, что это пища, предложенная Кришне. Мы не просто должны это есть, мы должны почитать его. Когда мы почитаем прасад с уважением, тогда мы получаем величайшее благо. А если вы не знаете, что это прасад, вообще не знаете, что это такое, и вы просто едите, конечно, какое-то благо получите, но не такое. Может быть, какие-то грехи, реакции разрушите. В Калькутском храме, в ресторане, это не прасад, это коммерческий магазин. Они сказали, что они больше там прасад не продают. Весь ресторан, принадлежащий Исконы, говорит, что это не прасад. Ну и не ешьте там. Потому преданные туда не ходят, только карми. Ну, по крайней мере, там все вегетарианское. И слышно, что на Голоке Вриндаване нет Кришны маленького, формы Кришны маленького. Там только форма Кришны Навайявана, в форме юноши. Почему так? Это для того, чтобы помочь развить настроение Мадхури Расы. Это настроение Галоки. Спасибо. В ведической культуре каково определение саду? В Шримад-Бхагаватам описывается, что есть определенные качества, которые должны быть у саду. Саду-бушана означает украшение саду. Подобно тому, как у женщины есть украшение, у саду также есть украшение, определенные качества, которые украшают их. Терпение, милосердие, друг всех живых существ, нет врагов. Он знает Писание. Ну, вот подобные качества. Вот он саду. Не то, что у вас борода, и вы саду. О, вы выглядите как настоящий саду. Месяц не брились. Хороший саду. Если у нас нет должного настроения жить в Святой Дхаме, получается, что мы не живем в Святой Дхаме, тогда мы, получается, в Китае все еще живем. Да!
Я слышала, что преданные в лекции говорят, что если даже вы ходите по Святой Дхамме, вы получите большое благо. Я могу получить такие большие блага или нет? Да, некоторые блага можете. Надо много ходить. Говорится, что даже если вы спите в Святой Дхамме, это тоже считается как дандавата, как принесение поклонов. Но получается, что мы должны много спать? Ну да, благо-то получается. По крайней мере, вреда никакого. Мадхавачарья в нашей ученической преемственности, потому что его философия дуализма, а Шанкарачарья — это монизм. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху присоединился, потому что это философия дуализма. Мы присоединились к... Мы присоединились к его ученической преемственности, а не он к нашей. Да, конечно, Чайтанья Махапрабху из четырех вайшнавских прадай, он присоединился линию Мадхавачарьи из-за Мадхавендры Пури. Мадхавендра Пури brought the mood of ecstatic love. Мадхавендра Пури принес экстатическое настроение экстатической любви к Кришне. А кто такой Мадхавендра Пури? Мадхавендра Пури ше Мадва Ачарья Даманту Даманту. Мадхавендра Пури является учеником ученикам Мадхавачарьи. То есть он за она думает, что Мадхавендра Пури, что он после Махапрабху пришел. Нет, нет, Господь Чайтанья пришел после Мадхавендра Пури. Есть Мадхавачарья, потом один-два гуру, и потом Мадхавендра Пури, потом Ишвара Пури, а потом Господь Чайтанья. Any other questions? Есть еще вопрос? Вы там, где там, где это?